Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть The Promised Land. Текс, и мы уже... Ну, я прям чувствую, что мы на финишном пути. Так, рыбка закончилась, переходи на муку. Вовремя я глянул на эту. Муки у нас тут намололи. Ну, мука, точнее, это не проблема. Сахар. Сахара намололи много. И я думаю, с целью, чтобы потом ачивку... Где она? Вот это не... В общем, не потерять. Давайте, наверное, сразу в этот перейдем, в конфетки. В производство конфеток, нормально. Так, Дороти, это ты исследовала руны и поцарапалась, да? Так, а у тебя тут как? У тебя уже 58% шахты готово. Ты молодец, слушай. Да, кстати, сейчас мы все отстроим, у нас процесс быстрее пойдет, потому что нам уже не нужны будут стройматериалы, например. Вот так-то, если разобраться. Вот, например, гвозди, я думаю, нам уже их достаточно. Вот, давайте теперь вот эту шнягу. Сколько у нас руды железной? Ну, руды железной у нас мало. Дети Старого Света хотят конфетов. Давайте им продадим конфеты. Ну, у нас, правда, конфетов мало. Ну, все равно. Чё, пустячок, а приятно. Детям Старого Света. Так, ну, я не знаю, льняную ткань 7 успеют. Да не, не успеют, ребят, не успеют они. По-любому. Ну, не вариант. Ну, даже если... Ну, хоть... Да не, не успеют. За минуту 6 штук. Ну, сколько тут? Ну, все закончилось. Сейчас понесла опять. Ну, вот он тащит. Ну, не, если я им подсоблю, в принципе, да, вот таким вот методом. Ну, давайте попробуем, ладно. Тут-то проблема, они, в принципе, произвести успеют. Тут проблема в том, что не успеют эти... Давай, пошел, блин. Тут не успеют эти подстричь этих шерстяных чубздиков. Хотя, может, и произвести не успеют, я хз. Чё, жрать, что ли, кто-то пошел из ремесленников? Что, оба, что ли, пошли? Так, ну чё, сколько у нас тут этой шняги? 3? Кто-нибудь еще несет? Не, ну если б я вот так пощелкал, они бы успели, конечно. Ну давайте, тык, тык. Давайте, давайте попробуем сделать. 10, 9. Не, не успеем по-любому. Долго, долго они делают. Но если б я вот так щелкал, я бы... Ну, они вон еще поразговаривать решили. Ладно, фиг с ними. Фиг с ними. С этими чуваками. Все, с... На пушистиках мы, короче, оставляем одного. Ты иди сюда. Ты иди, короче, сюда. И откуда я еще одного брал? Тут у нас сколько? 2. Да, ты, наверное, иди, наверное, с шелка я брал. Да, чтоб тут парочка была. Нормалек. Так, у нас там конфетки производятся. Все хорошо. На рыбке у нас сколько человек? 1? 1. Ну и норм. Рыбка потихоньку прибавляется. Так, давайте, наверное, пиратские миссии пройдем, дабы нам не скучно было. О, ну тут это все изи вообще упадет. Так, ну давайте начнем с вот этого основного, ну, переднего, короче, пирата. Блин, ну я вообще думал, ну ладно, пофиг. Слушайте, можно, наверное, по той же траектории запустить. Чтобы... О, вот как раз вот эти бочонки. Ну да, тут сейчас вот эта конструкция упадет. Все. Так, и теперь нам надо... Да, в принципе, можно опять-таки, ну, чуть выше вот так вот это шандарахать. Ну, вообще нет. Или упадет. Да, это, слушайте, нормально. Конструкция упала. Правда, вот та устояла. Ну, теперь, конечно, надо повыше шмякнуть. Теперь надо где-то, наверное, вот так вот. Не, еще даже выше, видите? Еще даже.
Даже вот так вот, да? Вот, залетело и ту. А еще выше, я думаю, оно полетит, ядро, уже ближе. Давайте, конечно, проверим. Да, но вот видите, оно даже хуже полетело. Не, давайте заново. Тут, короче, смысл в том, что эти... Мы вот в бочку сандарахнули. Тут надо, короче, фигачить жестко вверх, вот так вот. Чтобы оно как карточный домик начинало складывать. Ну вот оно не складывается. Блин. Так, ну ладно. Окей. Давайте еще выше. Вот, пошло как карточный домик складываться, да? Да-да-да-да-да-да-да. Блин, там один грёбаный сраный пират внизу остался. Даже два. Два грёбаных сраных пирата внизу остались. Так, ну ладно, у нас есть тут еще. У нас есть тут еще вот эти мелкие. Блин, а что ж с этими делать-то, а? Я хз. Ну, вот так же ядро не пробьет, правильно? Оно ж тупо отскакивает. Это не как в Angry Bird можно. Не, так не пойдет. Надо все-таки первым ядром не стесняться и шмальнуть его вот туда вверх. Во! Эх, почти, почти. Вот надо даже еще выше. Мне почему-то я все время боюсь, что у меня будет перелет. Хотя еще выше оно... Блин, не, фигня какая-то происходит. Как же его... Не, наверное, надо не выше. А все-таки как-то вот так вот стрелять. Ну, блин, тут этот гребаный попадает под удар. Вот так вот, наверное. Во, вот это... Блин, как же их... Не, наверное, все-таки первый мой заход был самым единственно верным. Убираем вот эту вот часть, да? И стреляем, опять же, можно практически по той же траектории вниз. Вот так вот. Блин, ну... Я, короче, не знаю, я хз. Ну вот чё он не пробивает эту доску? Ну, если бы он пробивал, было бы совсем легко. Это, в принципе, первый хоть сколько-нибудь сложный, так скажем, уровень. Так, а ну-ка вверх пуляем. Ну вот не раскачивается эта шняга, хоть ты убей. Дум. Ее тупо надо раскачать и... Блин, сложный уровень попался. Тут Angry Bird. А я много играл в Angry Bird. О, может вот так вот правильно. Ну, короче, как обычно, упала низушка. О, даже тут... Даже тут подорвались. Так, стреляем еще дальше. О, хорошо! Хорошо! Хотя нифига не хорошо. Но хорошо как минимум то, что... Теперь надо попасть вот в эту палку. Чтобы в нее попасть, надо убрать для начала вот этих пиратов. Ну, их легко убрать. Теперь надо попасть в ту палку. И причем у нас, как бы это сказать, одна попытка. Ну, кстати, я, можно сказать, пристрелялся немного. Чуть выше надо взять. То есть где-то... Вот! Не, ну не настолько... Ну, нормально, нормально, нормально. Эх, последнего бы пиратика. Да, отлично. На шаре прошли. Отлично. Спиной к спине. Так, давайте посмотрим, что тут у нас. Тут три корабля, да? И, блин, и все они так закрыты, такие корабли. Ну, их, наверное, логично по порядку проходить, да? Блин, я не знаю, как это у меня получилось. Короче, мы завалили два корабля с двух шаров.
Или с трех, сколько мы уже стреляем. И вот я стреляю в третий. Один кэп. И то сейчас он, походу, тоже нет. Ну, нам просто надо тупо повторить, наверное, этот выстрел, и все норм будет. Ну, вот, тупо повторяю. Ну, не совсем. Ну, так даже лучше получилось. Так, все, выход. И это, я так понимаю, последняя, да, миссия? Ну, давайте последнюю. Так, надо завалить вот этот сначала. Не поп... Или завалится? Нет, не завалится. Надо завалить вот эту башню, я так понимаю. Ну, надо, наверное, просто попасть в опору. Вот, то есть вот так. Что, не? Да-да-да-да-да, пошла падать. Все, это конструкция ушла. Вот, теперь нам надо завалить вот эту конструкцию по той же схеме. Валим ее. Ну, она не завалилась нифига. Наверное, она чуть-чуть выше, вот сюда. Во-во-во-во-во-во-во. Ну, она, кстати, нифига не завалилась. Так, ладно, надо стрелять в макушку. Давайте теперь вверх, вот так вот, по той конструкции. Оп! Во-во-во-во-во, шурик-шибу. Вот, пошла цепная реакция. Да вообще шикардос. Все, все умерли. Так, все, охотник на пиратов золотую ачивку взяли. Выполнили. Ага, вот он дал. Мы победили самого пиратского барона. С сегодняшнего дня наши моря свободны. Кораблям ничего не угрожает. Так, отлично. Вы получили и золотой ювелир сразу прицепом. Не, ну замечательно. Постройте и улучшите все здания до максимума. Так, отлично. Нам осталось специи. Вот эти вот конфетки. Ну, блин, с конфетками, конечно, жесть, да. Согласен. Ну, ладно, пусть конфетки делают. Так, а тут двое. Перекидывайся. А, подожди, ты, по-моему, любишь... А, нет, ты нормально. Ты один работай. Тут сколько? Два получаются, да? Сейчас мы вернемся. Ну, у нас кукурузы в запасе. Да, кстати, не так много кукурузы в запасе. А я-то не знаю, куда тебя... А ты кто? Ты не ювелириха? Ты ремесленник? Ну, не сюда ж тебя. А куда тебя тогда? Наверное, тебя... Ну, не к ученым же. Хотя почему? Да, что толку она там обуза будет? Пусть третья идет он к кузнецам. Да, ученые он уже 500 этого ништяка набрали. Скоро им еще 1000 и все. Мы сделаем. Вы помогли нам еще раз, мой друг. Я могу по-настоящему отблагодарить вас только частью золотой печати. Соберите их все, и она станет ключом к вашей мечте. Так, а сколько мы уже частей собрали? Где-нибудь показывается? А, ну вот одна осталась. Одна осталась, так. Новых квестов не дают, так я так понимаю, что нам за золотой рудник дадут последнюю печать, да. За золотой рудник дадут последнюю печать, и нам надо будет потом построить нам нужно будет... О, кстати, мы можем загрейдить дом ювелира. Нам его уже не нужно грейдить, потому что мы... Золотой этот взяли. Нам надо будет построить особняк. Кстати, давайте его заложим сразу. Вот, она сейчас уже... А, вот он как особняк. Прям на море, так прикольно. Слушайте, а что тут надо на него? 30 камня, 20 дерева. Так, это у нас есть. Все, собственно, с камня и дерева можно снимать. 25 гвоздей есть. Да, есть. С гвоздей тоже можно снимать. 10 инструментов есть. Все, по-моему, все есть, что надо. То есть, в принципе, ребят, можно кидать там на тростник, на... Ну, на тростник... Ну, давай на тростник иди. Пофигу. Вот, то есть, можно кидать куда угодно. Но, на самом деле, с тростником беда, потому что он тупо не успевает нарастать столько, сколько он, его нам нужно.
О, кстати, тут у тебя нету это. Перегоняй, короче, шелковую ткань, чувак. Чё ты ждешь? Во, пошел перегонять. У нас шелковая 21, нормально. Нам ее там на ачивку сколько надо? Где у нас? 150 рулонов шелковой ткани. То есть еще сколько? 27, да? Не, ну нам не хватит. У нас тут только на 10. Ну ничего страшного. Там, пока он будет перегонять, они еще сделают. И норм. А тут вообще сколько? Тут два только собирают. Можно одного фермера кинуть на самом деле. Да не фермера, а вот, например, с дерева. Сколько у нас человек на дереве? 4. Давай я тебя фермера переквалифицирую. И ты пойдешь у нас собирать шелк. Или ты не любишь собирать шелк? Нет, он не любит работать в кузнице. Шелк ему нормально. Вот. Так, по рыбе мы ж уже получили ачивку, да? Где рыба? Да, вот золотая рыба есть. Все, ничтяк. Построить и улучшить все здания. Кстати, у нас все улучшено. Тут у нас... А, ну вот это ради ачивки сделал. Тупо ради ачивки. А сколько у нас золота? Перегоняй золото, оно всяко выгоднее. У нас же золото на складе есть, да? Да, он 130... Ой, 143 золотых украшения у нас на складе. Это просто туча бабок. Туча бабок. Так. Сейчас нам надо будет... Ну, нам основной тормоз это... Ну, как тормоз? Это ученые. Вообще, наверное, они... Нам их даже девать некуда. Так, ну что тут с шахтой? Как дела обстоят? 94%. Сейчас шахту достроят, потом мы достроим особняк и все, по постройкам все, кузница нам нафиг не нужна станет. Высокие цены будут. О, кстати, мы же там конфетки делали, их же можно продать. Давайте продадим. Вон, еще 13 конфеток. Но нам по голде столько нету. Ладно, пока не будем покупать этих чубздиков. Мы их всяко потом успеем купить. Да, давайте отправим корабль в столицу. Блин, надо было золотые украшения продать, ну ладно. Так, фермер готов. Фермер идет у нас с это. Хорошие новости, цены изменились, но мы успели продать. Все ничтяк. Так, а кстати, по этому... О, у нас по руинам. Или по руинам нам уже ачивку дали. А ну-ка, коллекция по руинам. Да, вот, археолог исследованы все руины. Так, нам осталось специи перемолоть. А ты что, собираешь перец? А что у нас по муке? Точнее, даже не так. По муке у нас, по-моему, все ничтяк, да? Давайте... О, кондитер серебряный уже. Отлично. Давай, короче, в это, в специи, чувак. Пока в специи. Жратвы у нас просто овер дофига. Так, а ты ничего не делаешь, да? Давай с руин, вон, вытяни последнюю шняжку. Вот, и, в принципе, все ничтяк. С руинами закончим уже окончательно. Так, золотая шахта у нас есть, но нам золото нафиг не нужно. Просто нафиг не нужно. Корабль приплыл. Корабель. Какой-то красивый корабель такой. Так, ну чё, ученые? 830. Нормально. Скоро доделают. Так, а чё с постройкой? А, шахту ж построила, да? Так, подожди, я тебя послал на руину? Зачем я тебя послал на руину? Тебя ж на особняк. Чтоб ты строила особняк. Ну ладно, сейчас пусть они уже дообщаются. Фиг с ним. Блин, конечно, так прикольно, как они общаются там. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, давай, короче, строй особняк. Я так понимаю, все. То есть те, кто вот у нас тут на этих, ну, во всяком случае, с железа точно нам уже не пригодится. То есть, ребята, с железа вперед помогать строить шахту. Ребята, с железа вперед на шахту.
Так, ребята из кузницы, соответственно, тоже. Ты куда идешь делать механизмы? Нет, ты теперь строитель отныне. Ты идешь делать механизмы, ты тоже идешь строить. Всего ж нам хватает. А, 8 инструментов, а тут сколько надо? Тут 8 и надо. Так, ну ладно, ты иди сделай только эти инструменты делай. Инструменты делай. Хотя, может, потом на храм надо будет. Ну ладно, мы произведем, что там надо будет. Я думаю, это не проблема. Вообще не проблема. Ладно, я тогда думаю, на этом мы этот выпуск закончим. Большое вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.